традиция не меняется. После концерта Софии все цветы, которые были подарены, мы отнесем мамочке, родственникам, тете, дяде, бабушке на кладбище. А где остальные? Может, что значит? Так, давай, где цветы от президента Болгарии? Кладу это они. Давай сюда. Мамуля, знала бы ты, бабуля. Так. Вот мамочка. Мамочка наша. Красавица. Да, вот тетя. А вот бабушка, с которой все началось. Вот они, красавицы наши. Вот какие красивые цветы с концерта. Давайте, девочки, кладем. Я думаю, что мои поклонники меня поймут, что эти цветы пролежали и простояли всю ночь у меня в гостинице, в моем номере. Ну и правильно будет, что мы их не оставили в гостинице, а перед отъездом в Пловдив, где у меня уже концерт будет завтра, они найдут свое место здесь. Красивый цветок этот. Давай сюда. О! Красиво.